Всем привет, с вами Джейн Фокс, и сегодня у нас новое видео. Как вы думаете, чем же мы сегодня займемся? У нас есть вот такая пена для бритья. Давайте мы устроим пенную вечеринку! Нет, мы, конечно, этого не сделаем, но зато попробуем сделать лизуна из пены для бритья. Посмотрим, что же у нас из этого получится. У нас есть вот такой клей, пена джели и горная кислота. Нам потихонечку нужно это будет все смешать. И первым мы в чашечку добавляем клей, который называется Titan Wild, потому что он гуще всех. Давайте мы его добавим. Он не хочет. Блин, что так тяжело? Мне сил не хватит. Ой, вот что надо было сделать. Чтобы его выдавить, понадобится масса сил. У меня не получается. В общем, открываем его, наливаем так, потому что у меня не хватает сил. Ничего, он полил. Оп! Добавляем примерно на глаз. Теперь следом идет наша супер пена. Встряхнули ее и добавляем ее. Ой. О, так классно. Как сливки на тортик, так. Слышали? Это классно. Мне кажется, хватит уже добавлять пены. Но она... Ой, она вкусно пахнет. Я ее хочу слить. Попробуем это все перемешать. Что-то ни хрена не получается. О! Начало получаться, она как это. Так, поехали дальше. Надо перемешивать очень тщательно, потому что клей весь остается на дне. Как вы, наверное, заметили, у нас сегодня в гостях самый опытный советчик по лизунам. И он знает, как их делать. Давайте спросим мнение эксперта. Мейсон, у нас получается? Что она ответила. Ладно, мешаем дальше. Значит, у нас все идет по плану. Клей и пену мы смешали, и у нас остался последний ингредиент. И это борная кислота. Давайте потихонечку ее добавлять. Только бы не накосячить. Ну да, ну вот, если я сейчас ее открою, вот я вся в ней буду. Не получилось. Наш эксперт Мейсон немножечко проголодался, и он решил подкрепиться свежим зеленым растением. Это так вкусно, что ли? Она очень-очень вкусно пахнет. Он стал жидким очень. Что-то как-то параш получилось. Похоже на манную кашу, только без комочков. Мне кажется, борная кислота, наоборот, разбавила это все. Что я требовалась доказать? У нас получилась мега классная сметана. Это все, что я могу сказать по этому поводу. По-моему, без борной кислоты получилось лучше. Оно было более такое... тягучее. Как я уже поняла за свою жизнь, эксперименты мне не удаются. Саблики. Просто не мое. Почему не получилось, я не знаю. Мы делали все как надо. Может быть, вы догадаетесь, почему у нас не получился самый элементарный лизун? Пишите в комментарии, и мы попробуем что-нибудь исправить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И всем до новых встреч! Пока-пока!